Ну, давай хорошо. Поехали потом, подождёте. Хатки, поедем потом. Да. Все, можете вжимать, можете вкатывать. Отсюда, отсюда, со всех сторон. Уходит. Ой. Ебать, бока он заработал. Убивайте, убивайте. Ебать. Просто убивайте. Вас там у вас огромное количество. Убивайте их просто. 2200. Не перекрой. Они поехали. Сейчас задам. Хорошо, хорошо. Убивайте. Эти зелени чифы. Пошли, пошли, блок. Накидывай урон. Убивайте, тут победа. Просто играйте бой спокойно. Жак, просто играйте. Бля, не перекрывай. Ну, ебаный в рот. Все, все. Ну хорошо. Спартак, что ты там танкуешь? Просто выйди, убей. Да, просто катить, все хорошо. Ладно, поехали. Да, то ли, на самом деле, я смотрю на Толяна на Е3, он прям уверенности внушает, знаешь, 2630 хп там сколько? Да, а, блок, 2600. Юля, ты что наделал? Юля просто обоссала Толика, да, получается? Хуя, это золотой дождь получается. Она как раз сверху получается. Знаешь, вообще-то золотой дождь надо заслужить. Стронг. Если надо, чтобы ты очень сильно попотел. Я люблю потеть. ЕБРом гору, не заезжай, просто контроль, чтобы в рентгене нам не заблокируй прострел, понял, что мы откидывали. Все остальные едем в фулл-центр, Крест поиграет в миду, все, поехали. Заткнись! Не смейся! Не запрещаю, блять! Тут Райл просто закинул, говорит, как говорил мой батя, никого в этом мире не слушал. Он и дальше что-то говорил, но я уже его не слушал, говорит. Ну да. Спасибо за донатик. Блядь. Когда прочитал, я просто порвал ее. Ну, тут ушел. Фул, выставляемся, спиздимся, мы фул на фул будем драться. Короче, куда надо встать, все. Пятую мы забираем, нет, пятую забираем, нет. Крест в один чип играйте на балконе, все остальные играем, тут центр, все остальные центр, выставляемся, дерем с ними. Крест в один чип сыграй вверх, блядь. КС-ка на балконе. Моя сыграю с тобой, крест. Все, выставляйте, играйте с ними. Ну, вниз выйдем, типа, четвертую взорвем. Да. Так если он один, вы можете пройти, убить его, блядь. Ну, вправо выйдем все, ну че мы сделаем? Давай. Типа, там есть, аккуратно. Вправо выходим. Убиваем, да, в центр делите, перестаем в центр, просто зеркало дерем. Они центр выпушивают агрессивно. Ну просто мы можем ехать, блядь, в четвертую. Поканите, блядь. Они сами еще. Чувак, они быкуют, у меня просто в центре выебали. Так вы быкуете, зачем откаты на прок, вы быкуете с ними, деритесь. Давай, Крест, скот, зарядка. 5 секунд. Так не откаты, а наоборот, быкуйте, деритесь с ними. Убивайте, пожалуйста. Я скинул. Центр вашим... убивайте. Либо центр, либо низ убивайте. Быстрее, да, там наши фланг. Убиваем, кого убиваем. На катке сейчас добивайте. Кто забивает? Не умирайте только. Доигрывайте. 300 забирайте. У меня 300 тысяч. Доигрываем по хп всего. 1300. Помоги. Мне что-то совсем хреново. Ой, боже, меня летят забирать. Давай. Танкани крест. Да не, ну это типа забей. Просто приехали, как овощи встали, блядь, и нахуй. А чё этот? Мы центр вообще никто не... Меня вышли два чифа, обоссали на центре тоже. У них здесь играло на 3 стэшки, больше. Я не знаю, мы что-то видим, вообще не понимаем, как играть в карту. Просто как, выставиться надо. Я не понимаю, почему в центре вы не играли, вообще ни одного. Смотри, вот тут нет. Я вот тут один стоял, следить, даже, ну, вот тут. Так а что это за позиция у вас? Справа. Вот. Вы вот так. Ну, причем проблема в центр выйти, просто в центр выйти. Так они там и так нас имели. То, это зеркало. Хотя, подожди, они КТК лично нет. Ну да, лучше бегите, они лучше бегите. Сюда въезжаем, нет? Они 50-50. Ну, вместе стоите. Ебать, я заехал. Погнать с первой выйдем. Пошли с первой огромной толпой выйдем. С первой. Гол, не регенитесь. Просто сейчас толпой с первой выходим, убьем. Подъедьте больше людей на первый. Подожди, Ник. Тебя Е3 сейчас въебет. Просто заедем, сейчас убьем всей толпой. Понятно? 89-й. Заезжаем, убиваем. Давайте быстрее. Поехали, просто прям. Гол, закатываем, убиваем. Ваншот. Убивайте этих правых, правых убиваем. 3400, крест, выходите, решат. Я не слышу ни хрена, что это такое? 100 доберу. Дальше, кстати, фокус. Там где третий. Обязательно перекаты, мы должны их убивать. Убиваем 29-х этих. Спину принимайте, затем помоги мне. Помогите! Пошлите дальше. Ладно, закатите этого Е3. Заберите шотного. Закатите этого Е3. Спасибо. Бас наш АДФ вот убивать Е3, а и отрезать центр, все. Херово
мне два раза по 870 вылетит. Конечно. У нас база ломалича, база должна дефать. Не ломалича, вкати, вкати, ми ломалича. Конечно. База по 2200. Ага. Заберешь? Вы базу отрепаете, да или нет, блядь? Да. Дим, забери шелкового моего. Все думали, что это утверждение, флаббер. Давайте тихо нападаем, вот. Тихо нападаем, ребят. Тихая пантера быстро. Да, я одного бойца потерял. 1300! Бабаха КД. Не, японцы, у них брони что-то не хватило. Блядь, да, говно получилось. Ну это забери, самое главное. Но план был хорош. Марк был хорош, да. Ты можешь накануть его? Да. Ну все, да. Ну японская, видишь, не всегда? Не делают вещи. А, нормально, так ты сейчас смотри, мы сдохли ради меломана, получается. О, давай, я помню, что ради победы. Масик с Давидычем, как он что-то ехал, к нему подъезжает чел там в 2009 году. Немцы говно, японцы делают вещи. А потом в 2020 к нему этот же челик подъезжает, он уже на BMW, короче. А Давидыч, по-моему, на японце, да, как раз был на чем? Да. Он такой, японцы говно, немцы вещи делают. Давно на Бизоне играл? На Бизоне? Да. Бизон-то? Нет. Арта Бизон? Ни разу не играл. Арта Бизон, Толь. Бизон, арта. Ну, так арты Бизона и нету как бы в игре вообще. Она, наверное, в акционных или нет? Махнатая. Премиум на там якась, типа. Куда, генерал? Она в тебя делюксом кинула просто. А, перепутала, может? По-моему, Толик играл на Бизоне, не? Делюкс играл. Когда в жизни вообще... Толика въебал Бизон, да. Толика въебали, да. Я только принимал народ от Бизона. А я помню, ты ногой же в стол ударил, да? Или системник? Ну там, да, там комп что-то посыпался. Да, ты охуел, прикинь. У Капи лицо было такое, типа, нихуя себе. Там была тема, Делюкс, иди умирай. Да заткнись, дайте поиграть её. Вы уже поедете. Ты испугался, типа, или просто от злости? Да, злость, так, чувак, ну, там... Я просто прикинул, типа, какая хуйня произошла, типа, нелепая, рандомная, супер рандомная. И со злостью уебал. А мне как было... А мне как бы... Еще... В Китае на турнире мы когда в тайбрейке проебали, типа, у меня там был шанс выиграть, типа, затащить. Это на Ласфере, да? Захват не залетело, да. Потому что, типа, да, блядь. Там, скорее, и слайд виноват немножко. Я просто встал с кулачины, просто в стену въебал, а там... Так эти... в него там попали, стоят... охуеть как. Три вертухи, слайда? Ну две, да, вертухи, да, да, две там, вертухи. Я помню, да, его бревануло просто, ну, в секунду, там, короче, блядь. Ну, короче, там я просто тоже охуел от невезения, типа, от всего происходящего. Ой-ой, попал. В бою последнем, на тайбрейке, типа, психанул, встал, типа, прям с кулака почти эту стену фанерную пробил, и там эти стояли, как это? Ну, охранники. Как эти? Ну, типа, стояли там над нами, они типа, бля, что происходит, что все в порядке, все в порядке? Левша такой, типа, встает, типа, вскакивает, такой, типа, отодвигает их, типа, все нормально, блядь. Просто проебали, ребята. И да, потом Толик три года провел в китайской тюрьме. Толчки, да. Вся жизнь пронеслась. Не, ну там реально, там ласты должны забирать были 100%. Ну вы в дефе были еще, да, плюс, дефе, это же имбовый рез. Да, там просто получилось, что в него один или два вертуху кинул, один свелся, или, ну, один или двое свелись. И, ну там еще альфа прошла. И вылетел альфа с троих ИСов, третьих 1200. И даже там можно было заточить. Но если бы слайд был, это все, это изи вин. Ну, бывает. Слайд решил подамажить. Блин, а помните, мы с вами в Киеве когда играли? Последний бой, когда 8-8 счет был. Но это вообще 9-8, это был эпичный финал. Да, да, да. Я просто вспоминаю иногда, как Макс быстро улетел там. А я не помню. Я просто на ТВП-хе был, и я не успел вторую тычку зарядить, Макс уже в ангаре был. Да? То есть да, там такой фокус жесткий был. Это вот один из тех типа матчей был, там же ни мы, ни вы не готовились вообще, потому что там после типа онлайн-части типа было 2 дня, что-то такое, или 3 дня. И вот это один из тех матчей, вот когда я играл, и я просто типа не был вообще ни в чем уверен, типа. Обычно, типа, когда мы готовимся ко всему, типа, и всегда ты играешь матч и чувствуешь уверенность, типа, в каждом бою. А тут, типа, ты как будто первый раз вообще на бой вышел, блядь. Только начинаешь. И там еще патч вышел, типа.
И там все новое, типа, да-да-да. И как будто, типа, тренировка, ты не понимаешь, что происходит. Не, погоди, а нам там вроде подняли старый клиент, и мы там, помнишь, на сервере одни были? Судя там мы же тренились тогда, там вышел новый патч, да, мы тренились в новом патче, там вот эти насыпи скользящие встали, да, да, были нормальные. Патч, типа, новый, а нам был... откатили клиенты, мы играли нормально. Не, короче. И у нас сразу, типа, получается, этот финал был, и типа еще мы же не тренились вообще. И вообще так короче, ты вспомни за всю историю, сколько у нас было финалов со счетом 7-6, 6-7, 7-5, там 5-7, 9-8. Опных. То есть, Юра, это вот просто как по заказу этих режиссеров, да, или кого? Ну, там сценаристов. Сценаристов. Да, то есть я к тому, что такое вот специально даже не сделать. Ну и у нас сколько потных боев было. Не, классные времена были в киберспорте. Ну это значит, что команды плюс-минус на одном уровне тогда. Да, да. Ты вспомни, как мы в Казани выиграли турнир. Когда последний бой на Рудниках. Там две тактики есть. У нас тренинг мы кинули, типа, Ашера, и мы потом приехали и разъебали, получается. Нет, не совсем так там было. Это Ашера. Когда с БСами шоу матч был. С БСами шоу матч был до этого. А Шоу-май. Так-то это был официальный матч, но... Нет, там не такая, там ситуация была. Мы играли с НССами, и типа мы договорились сначала типа с Ашерами о тренировках. Короче, нет, чувак, ты Ашер единственный, кто с нами потренились. Мы с вами трениться не будем. Нет, Ашер... И нам уже, ну, типа, не с кем было... Нет, Ашер единственный, кто тогда потренировались с нами, и получается, в полуфинале вы выходили бы на них. Да, я тебе говорю. Там другая ситуация произошла. Все, поехали. Эти двое, едь сюда. На затылке похуй. На затылке похуй. Пускай они по нам даются под затылком. Ебать. Выкатываем эти бэш. Да похуй, едь. Бежай меня. Нормально все, объезжай. Убиваем эти танки. Давайте. Блин, Андрюх. Затылки убей, все нормально. Блядь. Все, край, позиционку сейчас. Просто займите вот это, проедьте, убьем. Вон, по дымнику проедьте. Оставьте крестьбойницы работать. Надо башку уебать. Сейчас тоже. Все нормально, закрывайтесь, три танк 0. Держите перекат, не давайте перекатывать. Все нормально у нас будет лица. Слева Спартак, Спартак. Бэшку не отпустите, они уходят. Все, украдь. Давайте тебе бэшку. Они ваши сходить будут. Все, тебе принимай, просто принимай, просто принимай. Просто принимайте, они сами едут на нас. Просто размен, просто размен. ПТшки отмените. И берите ноль быстрее к нам, бегите. Быстрее, быстрее, реально. Втроем один убивайте. Стой, стой, стой. Давайте. Добивайте урон. ПТшками играйте активнее. Урон давайте. Добирайте столы. Все хорошо. Шотник, так он фуловый был, поэтому долго убивали. Да не, я не к тому, что... Жизнь что... так бывает. Любовь умирает, но вроде бы манит, да, что-то такое там было? Ага. А кто это пел? Многоточие. Да, много... Бля, я, короче, помощником автоэлектрика работал в 15 лет и на кассете слушал многоточие. Жестко. Да. А я думал, будет история какая-то, полез в щиток. Не, я рассказывал историю, как меня током ударило в зубы. Когда я налил... Поэтому ты теперь улыбаешься все время. Не, не поэтому, потому что я с Астрахани. Там все улыбаются по молодости. Особенно, когда арбузы продают. А ты притворяешься молодым, да? Вечно молодой. Блядь, Юлька, ты меня так... Я тебя обожаю вообще просто. Я скажу, в нем обожаю все больше и больше. Божечки. Надо просто почаще катать кланом, да. Там, я не знаю. Да надо, да со страйком давно бы приехали в Минск. И что там делать? Общаться вживую. А? Бухать? Ну зачем? Курить Матю и разлагаться, поиграешь. Да? Ну в смысле, я не бухаю. Вот. Зря. Пообщаться, просто посидеть, даже поговорить. Это же прекрасно, вживую общение. Это же... там, а что там, когда на машине-то можно будет приезжать? Проезжай в Лобный, пообщаемся. Точно же, давай приезжай, пообщаемся. Все, давайте, давайте. Прокатом убиваем эти два танка. Просто в эти два танка зубцы, надо в них прям ехать. Так я понимаю, я тебе попадаю, лучше заеду в бок. Ну хорошо, закаты подарки. Там один чиф куда-то далеко заехал. Нормально. Вот, закрываем вот, эти вот. Два танка, все хорошо. Раз, может жить. Где 3 КД и 60 ПКД. У нас на базе проблемы. Убиваем. Ну дайте базу, вас там дохера, можете задефать. Пробуйте, мы еще убиваем верш. Давайте добираем быстрее. Ну, кстати, фокус, сообщайте минимально хотя бы. Нас тут не дохера, нас сейчас... Нас на базе плохо. Сейчас будем возвращаться, сейчас будем возвращаться. Сердце, вес центра. Уже возвращайтесь. Вес центра, возвращайте вниз. Вес центра, возвращайте вниз. Или 3 плюс, или 3+. Возвращайте вес центра, вес центра, возвращайте вниз. Есть центр, возвращайся вниз быстрее. Есть блок на базу, зуб на базу. Захват, они с базы возьмут, блядь. Хорошо, ну, оттягивайтесь, оттягивайтесь. Бля, давай блок, разочек могу сбить для этого. Попробуй. Не стоило делать. Бля, без БК я на котором. Добрал. Оттягивайтесь на базу. Ну мы едем. Давай, давай, давай.
На фуловом. Мы добираем. Успейте один раз хотя бы. Машин, сбил, да, сбил, да. Сбил, сбил. Доигрывайте бой. Машин, мы с тобой считаем, что должны прыгать. На 1978 нужно сбить. На 1940. Убиваем его, пожалуйста. Хорош. Да. Блокирую. На 880 захват. Надо больше танков, боже. Мы ХП просчитаем жестко. Очень сильно просчитаете. Мы сейчас залим просто по танкам. Чиф, тысяча... Ну, аккуратнее, доигрывайте. Вы по одному не едете, по одному не едете. 1670 надо сбить. Блять, вот этих на спину зайти, их убивать как-то, но это... Бля, Зуз, попробуй там. Бля, Е3 еще нас. Чего, блядь? Бля. Ну, мы возвращались потом. Е3 когда? Доберу. Ну, я слишком дохуя. Надо было в ответ базу брать, на самом деле. И... Да. Ну, мы долго, блин. Да, я еще сгорел. У нас тоже очень много на их базе было. Ну, у них было 2 плюс 2, это 4, мы ехали пятером, по-моему. Не, ну там, а там прикол. У них 5 на базе, 10 в атаке. У них на самом деле вот эти жестко отыграли, вот эти, которые в перекрёст стали, и все. Да. На этом я буду заканчивать, ребят. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока, увидимся завтра. Да? Пока-пока.